Привет всем любителям музыки и кино! Я Ная, и каждую неделю я рассказываю вам об актерах, которые так или иначе связаны с музыкой. В соцсетях часто обсуждают, что эта актриса стареть не умеет. Энн Хэтэуэй – американская актриса, обладательница премии Эмми, Бафта, премии гильдии киноактеров США, Золотой глобус и Оскар. Своя прекрасная сопрано Энн развивала, когда пела в детском хоре, а широкому зрителю впервые продемонстрировала свой голос, исполнив песни для кинофильма «Заколдованная Элла». В последующие годы Энн частенько, являясь героиней различных телепередач, исполняла на них песни. Когда же Энн была ведущей 83-й церемонии вручения премии «Оскар» совместно с Джеймсом Франко, она исполнила несколько песен. Примечательно, что буквально через короткий промежуток времени Энн снова вышла на сцену вручения кинопремии «Оскар», только уже для того, чтобы получить награду за исполнение роли в кинофильме «Отверженные», где она всецело продемонстрировала свое музыкальное дарование. Ну что ж, ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о музыкальных актерах. Пока! I dreamed that love would never die.